Дорогие мои читинцы, я хочу прочесть стихотворение Геннадия Шпаликова и посвятить его тем, кто уехал из Читы, кто собирается покинуть этот город, и, конечно, тем, кто остается. Людей теряют только раз, и след теряя не находят. А человек гостит у вас, прощается и в ночь уходит. А если он уходит днем, он все равно от вас уходит. Давай сейчас его вернем, пока он площадь переходит. Немедленно его вернем, поговорим и стол накроем. Весь дом вверх дном перевернем. И праздник для него устроим.